летим. Да не туда летим! Блин, все очень плохо. Ну, конечно, да, еще ракета тут. Тихо, вниз, а теперь резко вверх. Ну, почти же, обманул же. Не трогайте меня, я дурак, блин. Ни хрена вас тут столпилось. Эй, кому на сиськах расписаться? Просовывай меж деревьев. Блин, ну, ай, ну. Вы долго меня убивать-то собрались? Смотри, попасть не мог. Искусство. Это взрыв. Очень забавно. Погоди. Фух. Опять они. Уходим. Парам. Укусики. Жестоко. Прыжки ему. Просто подпрыгнул, чтобы втащить этому ховеру. Взял под меня такой, подъехал. Хорош, она его провернула. Это Настюха с арбалетами новыми гоняет тут. Хотел свой этот аккаунт печенятора привязать к Стиму. Понимаете, да, насколько я опасна сейчас ситуации? Просто посмотрите на это. У меня горит БК, бочка и кабина. Кто в окошко писала? Если видишь, что машина полыхает всей кабиной, не спеши огнетушитель ты скорее принести. А неси скорее мясо и картошечки побольше. На горящей на кабине будем жарить мы шашлык. И еще одна бочка. Блин, это же просто жесть. Просто посмотрите на это. Это на последнем издыхании называется. А он туда пошел. Повелитель убит. Обожаю, когда люди ставят такие ники и дохнут сразу первыми. Столько пафоса и так мало смысла. Господи, сосед сверху что-то пилит. Натурально прям пилит. Я прям слышу этот пилеж. Капец. И вжух. 390-63. И еще одному душу выбил. Тыры-тыры-тыры. Готово. Здрасте! Травку покрасьте. Внезапно. Это он нехорошо, конечно, тараном сразу койер передний выбил. Отлично. У врага что, одни турели и дрономатеры, что ли, в этом бою? Это жесть такая. Падают крафты. Красиво, как плюху ему заслал, прям по бочечке. Отлично. И снова МВПХ победа. 2380 очков. Чуть сегодня разошелся. Оп. Погодите-ка, а вас я попрошу остаться. О, кабан у меня словил. Ну что, кабан, все, приехал? Ампутация! Бесплатная операция. Блин, вот это сейчас по красоте просто обломал чувака. Ладно, неважно, откуда я улечу, вот что важно. Да какого хрена эти прозрачные стены стоят? Я не хочу. Я не хочу врезаться в стены. Я хочу летать и пыщ. Но, походу, дело летать закончилось, дальше будем ездить. Блин. Хьюстон.
Ну как я сюда-то мог залезть? Как? Угаран, да-да-да-да-да, он самый. О, тихо, не надо. Фух, пока. Не так, не сюда, не туда. Помогите. Серега, нет, я не собираю, не пересобираю крафты на стримах. Ох, нифига, какая красивая сальтуха. Еще один минус. Блин, тихо нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Отлично. Я один остался. Ой, я остался один против трех. Девять залпов, мало. Да ну, просто из-за кочки нафиг. Да. А где последний? Внезапно. Мне интересно, правда, где последний? Он вышел! И у меня 6 фрагов. Да зараза, автопушки снял мне пулемет уже сразу. Все, капец, все передохли просто сразу. За минуту сдохло шестеро. Выбил, блин. Обезоружил почти полностью. Все, готов, он без оружки. Бум. Ой, этот с огнёвками, этот грозный. Отлично, выбил! Выбил ему огнёвку. Так, этот минус. Смотри, мы тут вдвоём с пулемётчиком остались и... Этот уже всё, отлично. Вы понимаете, что я с одним пулемётом тут понавотворял? Сначала с двумя, а потом уже с одним. Нам последнего, на самом деле, добить бы вон того. Мы с этим пулеметчиком просто на двоих раскатываем. Так, я пойду вперед, лучше потанкую для этого пулеметчика, а он уже, пока на меня будут отвлекаться, он пускай напуливает этого пушкаря. Ладно, надо и правда отойти. О, давай, 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 пушкарь, на меня, правильно, молодец, 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 умничка. Давай, давай, сейчас отобьем у него эту штуку. Блин, тихо, нет. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Зачем пулеметчик, зачем ты вперед меня-то на него вылез, зачем, родной? Ну-ну-ну, все, безоружен. Отлично, отлично, просто вот такой бой, шикарно. 1963 очка и 1996 у этого пулеметчика. Пипец, мы с ним на двоих раскатали. Мы спустя минуту остались с ним просто вдвоем в начале раунда.
и взяли почти по 2 косаря очков на двоих. Вот это просто жестко.